во Франции. Видите, башня эльфовая светится. Салют во всей красе. Встречаем Новый год 2019. Часов ночи. Новый год в разгаре. Франция, Париж. Во. Это все, на что вы способны? Не, я спалить. Не, наверное, все. Не. Это только начинается, только разгорается буря. Это, как это, затишье перед бурей, вот. Так что встречаем Новый год. Я тоже его встречаю. Ставьте лайкосики, кто тоже так считает. Кто за Новый год? Не за старый же. Ну, это только начинается. Разгорается пламя. Вот. Масло в огонь скоро подбавят. Кто-то сказал, что будет... Сказали, прошла инфа, то, что будет два салюта. Ну, в двух местах. Я пока вижу только в одном. Здесь. Если его полностью, правда, не видно, только часть... Ну, у нас в России в Ульяновске тоже неплохой салют, знаете ли. Тоже крутой салют в Ульяновске. Вот это я так к слову. Но здесь, наверное, тоже на уровне. Так, все радуются, как, наверное, слышно вам. О. Я пройдусь еще чуть-чуть. Вот, я во Франции сейчас, в Париже. Вот, новогодний Париж. Вот, видите, эльфовая башня светится. Очень красиво. Вот, особенно вот этот фотоаппарат не захватывает все огоньки свечения почему-то. Вот, а я вот тут. Ну вот, опять же, затишье перед бурей, да? Нет? Буря. Буду вам салют снимать. У всех такое радостное настроение, знаете. А украшений на Новый год то практически нет, знаете. В Москве намного круче вообще сделали, ребята. Ну, мне кажется, потому что у них, у французов, у них Рождество – это как основной праздник. А Новый год именно, он как дополнение именно. У нас основной праздник – Новый год, а Рождество – дополнение. У них наоборот просто получается. И вот из-за этого как раз-таки все и происходит. У всех радостное настроение. Вот. Все хотят насладиться Новым годом, салютом, успеть насладиться. Ух ты, там загромыхало. Ничего себе там загромыхало. Не видно просто. Ну, как видите, столько народу встало. Вот, встало, смотрит просто. Заторочек. А, нет. Это так и Новый год встречают. Гудят. Новый год встречают. Вот. Вот видите, красиво очень, схватитесь. Так что вот такая вот новогодняя Франция. Все стараются выделиться
Вот, все без исключения. Вот, и у всех идеальное настроение. Ну, в России тоже хорошее настроение. Не будьте так суровы к нашей родине. Все, видите, башня уже не светится. Это был весь салют. Это все, что, на что вы были способны, французы. Это все. У нас в каком-то Ульяновске, круче, салют раз в 200 был. Я не знаю, я еще посмотрю, но... Если что, я в комментах напишу, если будет побольше салют. Ну, в общем, да, я прекращу. У нас в России круче в каком-то там Ульяновске раз в 10 было. А тут прям что-то нет, не продолжается.